Это Сибинские озера. Я стою около второго озера, если смотреть с востока. Дорога прямо к озеру подходит, тут можно к воде подъехать. Пасмурно. Ночью шел дождь. Сейчас ветер немного успокаивается. А там дальше еще два озера. Сейчас я туда поеду, посмотрю. А это вид на озеро с дороги, прямо с асфальта. Дорога асфальтированная идет вдоль всех четырех озер, совсем рядом. Дорога от Сибинских озер к трассе Алма-Ата-Усть-Каменогорск в сторону Уланского. Впереди полоса облаков, слой такой, как туман.